Ситуацию с паводками на западе страны сегодня в кулуарах правительства прокомментировал глава МЧС. Предлагаю послушать. У нас наиболее сложная на сегодняшний день ситуация находится на территории западно-казахстанской и актюбинской областей. В общей сложности на сегодняшний час 51 дом потоплен. Это 45 на территории западно-казахстанской области и 6 на территории актюбинской области. Было эвакуировано более 240 человек. 20 с небольшим разместились в пункт временной эвакуации, остальные разъехались по родственникам. Работы сейчас по мониторингу ситуации продолжаются. Мы дополнительно усилили группировку, направив туда спасателей от Раусской и Мангистауской областей.